Друзья, всем привет! Вы на канале Поршень покинул чат, я Вадик с ТВ, и сегодня у нас небольшая экспедиция. Мы будем продвигаться к озеру на этих двух аппаратах. Audi A4 Quattro и Opel 1.6 бензин, Audi 2.8 бензин. Посмотрите, какие у нас на пути будут препятствия, небольшие, большие, надеемся на большие препятствия, но может быть больших не будет, будут маленькие, но в общем не переключайтесь, будет интересно, поехали. Короче, вот мы заехали в лес, тут раньше было дерево, оно упало и перегородило дорогу, и надо было объезжать полем, но сейчас уже его распилили. Его убрали. Сейчас все уже в порядке. Не нужно там ничего придумывать. И нормально можно спокойно ехать через лес. Вот, вот у нас такое, ну не сильное, но препятствие для Opel. Все, опелек немножко стал. О, ну, хотя не так все просто, не так все просто. Я думал, сейчас уже по-быстрому выедет. И вот здесь у нас идет такой спуск. Я бы не сказал, что он плавный. Audi вон уже там внизу, она без проблем проехала, а вот с Opel немножко посложнее будет. Защитой трохи тиранулся. Ох, ох, но Opel тут будет сложно проехать, это 100%.
ли низковат для такой, такой дороги. Ух ты, блин. Чуть не задавил. Так, ну, в общем, ребята, сейчас пока что на данный момент машинки справились без каких-либо там больших проблем. Ну, здесь было на данном участке немножко сложновато. Мы еще пока что не добрались до главного пункта назначения. У нас еще впереди пара препятствий. Немножко уже, ну, я бы не сказал, что много серьезнее, но тоже такой уровень здесь. Opel, не знаю, проедет ли. Audi, думаю, шансы есть. А вот у Opel... шансы поменьше, они есть, но они поменьше. Так что не переключайтесь, смотрите до конца, дальше будет еще сложнее. Поехали. Ой, не, нормально. Я думала, хуже будет. Думала, будет хуже, а оно лучше. Опа, теперь пришло время Opel'а. Самое главное, чтобы он сейчас не слетел вправо. Если съедет вправо, то по-любому Audi придется вытягивать. Ой-ой-ой. Не, ну, нормально. Без проблем. Без проблем. Туда не слететь, и все будет нормально. Тут такие легкие для Audi препятствия, но для Opel, скорее всего, еще не особо. Не особо легкие. Ну, для Audi тоже вообще. Все спокойно, умеренно, равномеренно. А вот Opel'ек, да и Opel даже спокойно проезжает. Без вопросов. Вот, ребята, мы и добрались до нашей интересной, красивой локации. Вы только посмотрите, какая здесь природа.
было, в принципе, ну, не особо сложно, но с препятствиями все справились, апелёчек немножко замазался, Audi чистенько, красивенько, без проблем проехала. Вот, ребята, наше видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно палец вверх, лайки, подписывайтесь на канал, отправляйте друзьям. Если вам зашли видео такого контента, обязательно напишите в комментариях. Мы будем стараться делать больше. И увидимся в следующих роликах. А я надеюсь, что что-то поймаю.